Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Ванам Манохарам Ванша Калпатару Вашеки Пасинду Бевачу Патитанам Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангум Лангхайте Грим Джатки Патамаханга Банди Парамананда Мадхавам Бринда Вай Тулсидев Вай Пия Вай Кешава Сача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхо Падеше Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагодарна Дхайям сада парибхавагнам авиштадохам Тетхас падам сива виранчанутам сараньям Бхитаттихам панутопал бхавадипотам Банде махапурушате чарунаравиндам Джатпада паллабанака чандамани чатая Бешпур житакима пикапавадушвадарш Пурнанурагра сусагра сарамурти сарадикама и кадам кипам карус. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату, Шанкиртанай капитару камала йотакшо. Вишам бару дижа бару жугадхарма пало банде жагат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синиттам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бибуши табам бхагам Нараяно прияманго мада пахарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Баги саджуша бадане Лакшмир жасача вакшаши Жасьясте хиде самбир Пам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Тадева раммам ручирам навам навам, тадева шашьяда манусо махасавам,
Tadeva sokarnava sosanam ninam yaduttama sroka jaso nugiyati. Tadeva ramyam ruchiram navam navam tadeva shashyat manaso manasam. Tadeva ramyam ruchiram navam navam tadeva shashyat manaso mahasabam. Tadeva sokarnava sosanam ninam yaduttama sroka jaso nugiyati. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами. Парамахамса Джагадгуру сказал, обусловленная душа сама не может разрешить проблемы, складывающиеся в ее жизни. Обусловленная душа может сама пытаться разрешить свои проблемы, сама пытаться обрести благо, но у нее ничего не выйдет. Она пытается обрести благо, движется к нему, но в конце концов получает что-то негативное. Чистые преданные могут наделить благом только они. Это нужно знать, в это нужно верить. Если мы сами будем пытаться это сделать, мы лишь привлекем проблемы в свою жизнь. Шрила Прабхупада сказал, Харикиртан — это великая медитация. Харикиртан — это великая ягья. Великая ягья. Харишанкиртан — это великая медитация. Харишанкиртан — это великая ягья. Харикиртан, Харишанкиртан — это великая арчан. Харисанкиртан — это великая арчана. Тем самым Прабхупад хочет сказать, что при помощи санкиртаны мы можем удовлетворить Бхагавана. Нам не нужно будет совершать какую-то отдельную медитацию, потому что Хари Санкиртан и есть высшая медитация. Можно сидеть в медитации, пытаться медитировать, сосредоточиться, мы не достигнем совершенства благодаря этому. Но если мы совершаем санкиртану благодаря милости вайшнавов, этого будет более чем достаточно. Хари Санкиртана — это великая ягья. Можно совершать разные яги, но в конце концов вы осознаете, что Хари Санкиртана — это высшая ягья, высшее жертвоприношение. Нет ничего выше его. Благодаря санкиртной яге мы сможем достичь успеха. В соответствии с наставлениями шастр и Махапрабху, that sattva sadhan tattva jekichu shakal, whatever you are going to think about sattva sadhan tattva, all you can get by the help of sankirtan, nam sankirtan. Мы все можем обрести при помощи санкиртаны. Садья садана татва. Харинам санкиртане пайве шакал. All you can get by. So we are going to consider in Харинам санкиртан. We have to mean. Таким образом, мы должны сосредоточиться на Харинама Санкиртане, слушать Харикатху. Сегодня я бы хотел завершить нашу парикраму, поэтому время ограничено. Во время парикрамы вы должны совершать санкиртану, то есть повторять святое имя. Если вы готовите, вы тоже должны повторять святые имена. Любое служение, что бы вы ни делали. Например, вы идете в магазин что-то купить, между тем вы должны повторять святые имена, не останавливайтесь. В Сандарпахах Джива Госвамипад пишет,
Несмотря на то, что мы должны совершать разные виды служения, мы не можем круглосуточно просто повторять святые имена. Но Джива Госвами Пад пишет, что мы можем исполнять любое служение при помощи санкиртаны. Имеется в виду, любое служение должно сопровождаться воспеванием святого имени. Век Кали, если вы исполняете какое-то служение, будь то приготовление пищи или что-либо еще, если оно совершается без воспевания святых имен, оно бесполезно. Таким образом, не забывайте, что санкиртана — это самое главное. Все служение бесполезно без воспевания святых имен. Что бы вы ни делали, это нужно делать совместно с воспеванием святых имен. Этот век Кали особенный, в него пришел Чайтанья Махапрабху. Тем не менее, для каждой юги, для Сати, Атрета, Двапара, юги, для каждого века даны свои предписания, как достичь совершенства. Вчера я говорил об этом. Different kind of prescription given for different yuga. But still, remember, Prabhupada speaking, this doesn't mean that if I... Но не забывайте, говорит Прабхупад, не думайте, что если в Сатья-югу вы будете совершать Харинама-санкиртану, вы не достигнете успеха. Нет, еще большего успеха. Таким образом, в любую югу, при любых обстоятельствах, санкиртана — лучший процесс достижения совершенства. Даже век Сатья-югу, в Двапара-югу, Трета-югу, когда угодно. Санкиртана превыше всего. Это высший процесс. Нет ничего выше санкиртаны. Воспевание святых имен. Как вы помните, я говорил об этой шлоке. Suryate bhavan kure jane. I was speaking, now explaining. So, how long I explained all the khanti rabbartha kalottam? Biraktir, manushunyata. Now, asabandho. Я успел объяснить только три этих понятия. Сейчас я хочу объяснить... Very vital thing. If in my life, if I think what will happen when Bhagavan can come, I can meet with... Если я размышляю, когда придет Бхагаван, встречусь ли я с ним, я не уверен, что встречусь, я никогда не достигну успеха. Тот, кто совершает бхаджан с таким настроением, с такими размышлениями, с такой неуверенностью, может быть, мне лучше понаслаждаться, потому что все равно нет никакой уверенности в том, что я встречусь с Кришной. Такой человек никогда не достигнет успеха. К примеру, если у вас есть 50-процентная вера, и на 50% безверия, вы не достигнете успеха. Ашбандха — это сильнейшая вера, что я точно встречусь с Бхагаваном. И это очень важно в нашем бхаджане, если нет Ашвабандхи. Если вы не приняли твердое решение, нет у вас твердой решимости, успеха не достичь. Почему Прохлад Махарадж достиг успеха? Ашабанда. Друва Махарадж, как он достиг успеха? Пятилетний мальчик. So anyway, Prahlad Maharaj not
он обладал твердой решимостью. Прахлад Махарадж обладал твердой решимостью. Он знал, что Бхагаван повсюду. Он везде. Я должен взывать к нему. Итак, все представители нашей Гуру-варги и все, кто описаны в шастрах, обладали твердой верой. Ашабандха. Ашабандха означает твердая решимость. Если, к примеру, я совершаю баджан, но я не могу самого себя убедить в том, что если я сам нахожусь в замешательстве, то чего я достигну? Имеется в виду, если у меня нет твердой решимости, если я не уверен в результатах. Ашабандха означает «сделай или умри». Твердая решимость. В каких бы обстоятельствах вы ни находились, не оставляйте Кришнабаджан. Бессмысленно говорить, как я могу практиковать в таком состоянии, как мой муж чинит мне проблемы, как я могу практиковать. Мой муж болеет, как мне сейчас повторять святые имена? Это не отговорка, это не повод оставить святые имена, это не повод оставить практику. Что бы ни происходило, нужно продолжать баджан. Его оставлять нельзя. Я хочу рассказать один случай. Примерно 24 года назад я поехал в Калну для по публикационному служению. Там очень дешево печатать книги. И я пришел в храм Ананта Васудева. Один преданный подошел ко мне и стал упрашивать меня: «Пожалуйста, поедьте в одно место, чтобы рассказать нам Харикатху». Я пытался отказываться, но он настаивал. Он привез меня в одно место поблизости железнодорожной станции. Там была организована Харикатха. Я сошел с рикши, сел среди преданных на веранде. Еще должны были прийти преданные. Я совершил ачиман, начал вандана и начал харикатху. Между тем пришел один человек, который не являлся преданным. Я не знаю, кто он. Я его не знал. Прежде я его никогда не видел. Он не решался войти. Он размышлял, идти ему или не идти. Тогда хозяин, то есть тот, кто все это устроил, подтолкнул его, сказал: «Садись к Махараджу, рассказывай Харикатху». И каким-то чудом я начал Харикатху с одного момента. Я начал со слов: «Вы должны совершать баджан в любом случае, даже если ваша мать умерла в больнице, вы все равно должны совершать харибаджан». Я не знаю, почему я так сказал, это просто вылетело с моих уст. Спустя, то есть я на протяжении часа, полутора часов рассказывал харикатху, а затем этот мужчина подошел ко мне, сложив руки, подошел ко мне и сказал: «Как, откуда вы знаете, что моя мама в больнице, что она болеет? А, точнее, что она умерла. Она действительно умерла. Собирается умереть». Это произошло примерно 22 года назад. Спустя 8 лет после этой харикатхи мы встретились с ним вновь.
Мы встретились в читании Гаудия Матхи на третьем этаже. Я что-то писал, он подошел ко мне уже побритый и сказал: «Махарадж, помните меня? Узнаете меня?» Прошло 8 лет. То есть я его видел, короткая встреча у нас была. Да, я припоминаю. Ты Синга, то есть это была его фамилия. Он рассказал: «Я получил Харинам от Шрилы Бхактивелла Тиртхи Госвами Махараджи». Это была реакция той самой Харикатхи. То есть 8 лет назад он услышал Харикатху, и спустя такой долгий промежуток времени он в конце концов получил Харинам. Таким образом, это подтверждает то, что Харинам никогда не бывает напрасен. То есть та Харикатха побудила его получить инициацию, получить Харинам. Его звали Сингарай, и таким образом, это не шутки. Потому что главное — это решимость. В процессе служения гуру вы можете встретиться с огромным количеством проблем. Служение гуру означает прыжок в огонь. Шрила Бхактивелла Тиртха Госвами Махарадж Кунджа Бихари сказал: «Если вы хотите совершать гуру-севу, будьте готовы прыгнуть в огонь, потому что вы будете гореть в огне, на самом деле. Если вы гуру-севу совершать не готовы, вы просто получите харинам, и на этом все закончится». Прабхупад говорит, что я с такими учениками не имею никаких отношений. Даже не только это, я никогда не видел их. Они... Более того, я не хочу видеть их до конца своих дней. У них между нами нет никакой связи. У меня нет никакой связи с ними. Они не видели меня, а я не видел их, сказал Прабхупад о таких учениках. Это должно дать вам понять, что есть дикша. Я написал несколько вопросов обществу преданных. Они обещали ответить, но так и не дали ответы. Я сказал им, что говорить о Дивья Гьяне. Я говорил им, если вы не понимаете какие-то основные положения, как вы можете получить Дивья Гьяну? Совершенно неважно, когда вы получили дикшу, возможно, 20 лет назад или больше. Дикша — это не какой-то временной процесс. Глупцы принимают буквальную, формальную дикшу за подлинную дикшу. Но дикша означает Дивья Гьяна. Если нет подлинного гуру, если нет подлинного ученика, о какой дикше можно говорить? Самутканта — это сильнейший интерес, сильнейшее рвение обрести. Я хочу обрести твердую решимость. И в то же время сильнейшее стремление. Я хочу встретиться с Бхагаваном. Может быть, сегодня это произойдет. Когда я был в Гамбире, примерно 25 лет назад я жил несколько дней в Гамбире. 2-3 дня.
там, где когда-то находился Гопал, Гопал Госвами. Я хотел, что это место Махапрабху, я хотел что-то почувствовать там, поэтому я остался там на несколько дней. Я знаю многих великих преданных, которые по ночам садятся в углу с четками и всю ночь воспевают там. Они не воспевают громко, потому что боятся побеспокоить Махапрабху, потому что так или иначе он присутствует там. Они с таким ожиданием: «О, может быть, сегодня Гуранга прольет на нас милость». Нет, похоже, он не прольет сегодня милость. Надо повторять. С такой глубокой концентрацией. Может быть, сегодня Бхагаван дарует мне свой даршан. Состоится наша встреча. Многие уже видели Гаурангу Махапрабху. Многие люди. Это не шутки. Великие преданные. Я знаю таких преданных, которые долгое время находятся там, в Гамбире, и ожидают встречи с Махапрабху. Дрова Махарадж достиг успеха благодаря своему сильнейшему стремлению встретиться с Бхагаваном. Утканте. Бхагаван точно придет. Он точно придет. Он обязан прийти. Такое постоянное волнение, трепет было в нем. Вишна Чакраварти Такур объясняет, что именно эта утканта притянула Бхагавана. Он был вынужден прийти к своему маленькому преданному. Нигде в Бхагаватам, нигде в Пуранах нет упоминания Бхагавана, что я встречусь с Друвой. У него не было в планах этого. Только в одном месте сказано, что Бхагаван говорит: «Я собираюсь получить даршан моего преданного». Полубоги обратились к Бхагавану, они не могли дышать из аскез друга. Из-за того, что Друва Махарадж, сын Утанапада, совершает баджан, он заключил меня в своем сердце и прекратил дышать. Он контролирует потоки воздуха внутри своего тела. А внутри меня находятся все брахманды, говорит Господь. Именно поэтому вы не можете дышать, вам не хватает кислорода. Не переживайте, я разрешу эту проблему. Так или иначе, я должен пойти получить даршан моего преданного. Bhagavan disappear from inside heart. Когда Бхагаван исчез из сердца Друвы, Друва открыл глаза и увидел перед собой Бхагавана.
Друва предложил поклоны и расплакался, но ничего и не мог вымолвить и слова. Он не был образован, он не знал, как разговаривать с Господом. Бхагаван, в конце концов, взял в руки раковину и прикоснулся ей к щеке Друвы. И тогда Друва начал декламировать шлоки одну за другой, восхваляя Господа от единственного прикосновения. Так Друва Махарадж очень быстро достиг успеха в своем баджане. Я обычно говорю 6 месяцев, но на самом деле меньше. За 5 месяцев он достиг зрелости. А когда прошло 6 месяцев, он получил даршан. Во всей истории творения подобного случая не было. Это рекорд. Чтобы за такой короткий промежуток времени Бхагаван не зашел к своему преданному. В случае с Катангой Махараджем он за 48 минут достиг зрелости, но там не сказано, что сам Бхагаван пришел к нему. Он достиг совершенства в баджане за 48 минут. Он сконцентрировался, очистился и совершал подлинный баджан за 48 минут. Для нас с вами, возможно, это невозможно, но это не значит, что это ни для кого невозможно. Если для вас что-то невозможно, это может быть возможно для кого-то еще, для кого-то другого. Вишна Чакраварти подпишет. Самутканта. К примеру, иногда мы принимаем какое-то решение, объясняя, что есть баджан, я должен много сложных, многозначительных тем объяснять. Я знаю одного преданного в Вриндаване, который слушал безостановочно мою харикатху. Теперь у него нет интереса к служению. Прежде он был так энтузиастичен. Такое происходит. Суть в том, что уже описаны все шаги, которые один за другим нужно переступать. Так вот, самутканта — это совершенное желание в сердце, сильнейшее желание в сердце. Необходимо. Существует два вида ситх. Точнее, два признака ситх. Татастха лакшана и сваруп лакшана. Сваруп лакшан означает качество. Татастха лакшану можно различить по внешней деятельности. К примеру, у вас есть бхакти, любовь к Бхагавану. Это сваруп лакшан.
Но из-за милости Бхакти, благодаря милости Бхакти, которая внутри вас, благодаря его присутствию, есть и какие-то внешние факторы, внешние показатели, внешние признаки, что у вас в сердце Бхакти. И по ним зрелый преданный может определить. Таким образом, присутствие Бхакти каким-то образом проявляется во внешнем. Возможно, вы хотите принимать прасад, слушать харикатху, совершать санкиртану. То есть все ваше поведение доказывает наличие Бхакти в вашем сердце. Намагана садаручи — это очень важный момент. Вишна Чакравати Такур говорит, что когда вы испытываете наслаждение от харикатхи, от санкиртаны, это замечательный признак. Об этом говорит и Бхагаван. Бхагаван заверяет нас, дает гарантию, что, к примеру, если человек не взрастил в себе сильнейшую любовь, сильнейшее влечение к харикатхе и киртану, не сможет он достичь успеха, потому что харикатха, харибаджан — это самая главная составляющая нашего баджана. В нашем аристократическом обществе, где каждый обладает, у каждого есть деньги, они сами решают, я что-то могу делать, а что-то... Я сам решаю, что я хочу. Харикатха — это что-то по выбору. Хочу — иду, не хочу — не слушаю. Но это не приведет нас к успеху, такое мышление. Таким образом, если кто-то взрастил сильнейшее влечение к харикатхе и киртану, это замечательный симптом, замечательный признак, который открывает нам двери в дальнейший баджан. Так как мы являемся карми, мы отрабатываем нашу карму. Мы ее продолжаем создавать. Это будет происходить до того момента, пока мы не разовьем сильнейший интерес к харикатхе и киртану. Когда это произойдет, нас уже нельзя будет называть карми. Когда появится такая решимость, что я не могу жить без харикатхи и киртана. А если харикатха — это что-то вторичное для вас, никакой уверенности в успехе нет. Когда мы думаем, я устал, сейчас для харикатхи, для санкиртаны, я устал для харикатхи, это не признак настоящего преданного. Настоящий преданный всегда готов слушать харикатху при любых обстоятельствах. И на протяжении всей жизни Махапрабху всегда слушал и рассказывал харикатху. Сейчас я еще расскажу о двух последних важных моментах, а затем мы перейдем к парикраме. Следующее — ашакти стат гунакшани. Ашакти, то есть гунакшани означает стремление рассказывать харикатху. Первое — это слушать.
А второе — это рассказывать харикатху. Когда я хочу говорить, к примеру, когда вы приняли слишком много прасада, появляется отрыжка. Когда вы слишком много харикатхи услышали, дослушались, да, то есть очень много услышали, вы обязаны рассказывать ее сами. И это, на самом деле, естественным образом происходит, когда благоприятные для этого условия складываются. Если вы что-то узнали, если вы это переварили, вы должны делиться с другими, где бы вы ни находились. Нужно прославлять Бхагавана с энтузиазмом. Во Вриндаване, Навадвипе нужно обладать любовью к Дхаме и стремиться жить в Святой Дхаме. Не так, что вот некоторые говорят сейчас, что очень благоприятно для здоровья жить, к примеру, в Навадвипе. Здесь свежий воздух, то есть много растений. Хороший воздух. Нет, не это должно быть решающим фактором, а моя любовь к Бхагавану, к местам его игр. И такая любовь доказывает ваши глубокие взаимоотношения с Бхагаваном. Радхарани и гопи не покидают Вриндаван. Они даже Кришну туда зовут. То есть они говорят ему туда идти. Только если ты придешь во Вриндаван, мы убедимся, что ты проливаешь таким образом на нас свою полноценную милость. So all those symptoms. If all those symptoms going to decorate you, если у вас все есть вышеперечисленные, если у вас есть все вышеперечисленные признаки, значит вы являетесь зрелым преданным. Если нет, нужно подождать. Вы взращиваете бхаву к служению Бхагавану. Если все эти признаки уже присутствуют у вас, это говорит о том, что бхава у вас уже проявлена. Возможно, кто-то хочет обмануть вас. То есть мы, благодаря всем этим признакам, мы уже не обманемся. Если мы прибегнем к разуму, нас не смогут обмануть. То есть мы не можем обмануть тех, кто обладает этим знанием. Чистого преданного нельзя обмануть. Можно обмануть людей, накормить их просадом, красиво украсить храм, и все побегут. Но чистого преданного обмануть невозможно, потому что чистый преданный знает все признаки. Он подобно доктору, который может по одному лишь взгляду определить болезнь пациента. На этом я должен перейти к парикраме. Итак, мы были в Кадирване, в Кайре, оттуда мы пошли в Яват, в деревню Радхарани. Как я рассказывал, там много храмов. Как правило, я останавливался в храме Радхарани в Явате. Там была какая-то полуразломанная платформа деревянная, на которой я спал. Там много комаров, но у меня была кое-какая сетка. Браджаваси приходили, кормили меня чапати.
беседовали со мной. Один старый Браджаваси увидел меня, сказал, ты до сих пор здесь, пошел домой, принес чапати, накормил меня. Затем на утро я получал даршан Радхарани и шел в Какилаван. В Бхагаватам в Югалагите это описывается. Нам необходимо развивать свои качества. Вы должны развивать свои качества, чтобы у нас появился вкус. Я бы хотел совершать парикраму, тем не менее, нет сейчас времени, потому что слишком много служения. Затем нужно будет долго идти, повернуть направо. То есть, когда вы с Явата выйдете, вы выйдете на, окажетесь на большой дороге, которая ведет с Нандагаона до Кашикала. Кашикала — это сокровищница Нанда Бабы. Когда Нанда Баба жил в Гокуле, поблизости, место поблизизости рая, называлось Рая, там была сокровищница, там хранили деньги, все имущество, все драгоценности. Что-то типа банка. Но когда он переехал в Нандаграм, сокровищницу перенесли в Кашикелу. Через Какилаван нужно пройти. Какилаван — это большое место. Там вы увидите божество Махадева, там Кунда большая, где Баларам и Кришна играли с мальчиками-пастушками. В Бхагаватам Югалагите это место описано как место, где Кришна и Баларам играли. Кришна играл на флейте и пели песни о кукушке. Подпевали. Когда пел, когда играл Кришна, полубоги снизошли и с удивлением спросили, кто тут играет так прекрасно. Существует огромная наука музыки, искусство музыки. Искусство, к примеру, игры на флейте. Брама и Шанкар снизошли на землю, снизошли туда к Кришне и сказали, мы знаем все искусство исполнения игры на музыкальном инструменте, но такой мелодии мы никогда прежде не слышали. Брама и Шанкар были поражены красоте мелодии. Какой мелодии можно... Какому подразделу можно отнести эту мелодию? То есть вся мелодии делятся утром на определенные категории. Утром нужно петь на Вайраби. В 4 утра одна мелодия. Когда солнце уже встало, мелодия другая. Обеденное время. До обеда одна мелодия, после обеда другая. Когда мы поем киртан утром, мелодия должна быть одна. Байраби называется. Everybody's sleeping there.
На такую мелодию нужно петь утром. Все это произошло в Кокилаване. Там же находится Кокила, Бихари, Махарадж, божество. Оттуда мы должны пойти в Баревартан. Это деревня, находящаяся на большом расстоянии. Там же находится Дауджи Мандир. То там, после этого нужно пойти в Чотабаттар. Там вы увидите божество Вишну и отпечатки стоп Кришны. Баларам и Сакхав, отпечатки пальцев, отпечатки их палок, даже отпечатки стоп слонов и лошадей. Повсюду там эти отпечатки. Но там повсюду змеи. Однажды я пришел туда вечером, в 5-6 вечера, и решил остаться там. Я думал, они позволят мне остаться внутри храма, но в то время было много насекомых. Там, то, что здесь происходит, это еще ничего. Там тонны, тонны комаров. Там целый рой комаров. А здесь всего несколько. Мы переживаем из-за них. Во Вриндаване просто очень много их. Так вот, мне не позволили остаться, переночевать в храме. А снаружи было какое-то бамбуковое возвышение. Там настолько темно, и я вот на этом возвышении сел. Там настолько темно, как во Вриндаване вечером, ночью, что даже своих собственных пальцев не разглядеть. Там и шакалы, и змеи. Но, тем не менее, это большая удача оказаться там. Так я переночевал. Утром в 6:30 я, когда уже принял омовение, вышел. Так, пошел дальше. По пути будет место Расалилы. Там пути разветвляются. After Kosikala, there is so many places. So I like to cover the whole. Follow. So from there I go to Kodwan, no car, nothing going there. No facility, no. Only the forest. Дорога в следующую деревню. This is the big Rasastali. Только пешком дойти до следующей деревни. Нет ни машин, никакого транспорта не едет. По пути будет Расастхалия. Там же есть Дайгаун. Там живет один Рамананди Баба. Он, когда я приходил, он кормил меня прасадом, давал комнату. Там я отдыхал, ночевал. А с утра я шел в следующее место под названием... Some sadhu taking, you know, ganja, this, that, no, not that. It's okay. It's not doing bhajan, whatever we is doing. It's not, it's that, that is not our lookout. Okay, I go for only one night. It's very cordially he's giving room anyway. So after that morning time, I cut short from a canal road and go to Chamelivan. Затем я шел в Чамеливан. Where Hanumanji Maharaj is staying there.
Там находится божество Хануман Махараджа. После этого места нужно опять идти долго. По пути будут деревни. Там я также останавливался, и там Рамананди Саду, однажды один молодой, 20-22 года, очень дружелюбный. Обычно я нигде никогда не принимаю просад, но в Браджавасе принимаю. Там же находится Рамачандра Виграха. На первом этаже Рамачандра Виграха, выше Кришна. Там два этажа в храме. Приняв просад, я шел в Вриндаванадхама. На самом деле находится в трех штатах Индии. Первый — это Уттар-Прадеш, второй — Раджастан и третий — Харьяна. То есть врач распространяется на три штата. From there, I go to long distance where I have to go. Very long distance. I have to run and a whole... Расстояние очень большое. Целый день нужно идти. И к вечеру я доходил до Шекшай. Bhagavan Ananta Sajja sleeping and Lakshmi Devi. Там Бхагаван Ананта спит. А Лакшми Деви массирует его стопы. Махапрабху являл подобную лилу в Нарендра Сароваре. Адвайта Гасай спал, а Адвайта Гасай в воде спал, а Махапрабху сел подле него. То есть он лег на него и тоже стал спать. Эта лила называется Шекшай. And the pujari become busy. Pujari speaking, you are coming late. Actually, our prasadam is over. What to do? I have no need. No, you are my, you are guest. So he sent somebody. Hey, go to that Bhajavasi house. You go to their. Когда я пришел, было уже поздно, и просад в храме закончился, но. Преданный, он отправил. Одного преданного в дом Браджаваси, чтобы попросить для меня чапати. И этот управляющий хорошо знал, кто во сколько готовит чапати, кто позже остальных готовит, чтобы у них они были. И принесли мне чапати, я поел, лег отдыхать. Я, конечно же, перепрыгиваю, потому что времени мало с места на место. Следующее место, где Нанда Баба совершал баджан. Нанда Баба был царем. Главный его дворец был в Нандагауне. А там он сделал небольшой баджан-кутир, где совершал баджан. Я посещал это место, оставался там на ночь. Я шел в Кашикалу.
и по пути заходил туда. То есть там ответвление дороги, ну, потом я возвращался на главную дорогу. С Кашикалы я шел до Келанвала. Келанвана. По пути также много храмов. Как я вам уже рассказывал об одном Нагабабе, вот там находится его дом. Кришна и Радха пришли, даровали ему свой даршан. Там же есть Нимбарка Мандир, где живет старый Баба. Он так меня любит, что даже предлагал мне спать в его собственной кровати. Я отказывался. Он предлагал мне пранами, пожертвования. Я отказывался, но он говорил, ты обязан взять, потому что ты гость. Как я вам уже рассказывала, там подальше будет дом Нагабабы. Он не ел ни чапати, ни что бы то ни было. Давали ему, если молоко, он выпивал, но ничего, кроме молока, не ел. Однажды одна пожилая женщина, то есть этот Баба приходил в дом и просто стоял, он ничего не просил, он просто стоял. И эта женщина, бабушка решила его проверить. Дай-ка я посмотрю, насколько он ситха Баба. То есть ситха он или не ситха. И она стала ему говорить, нету молока, уходи, нету. Тогда он зашел в коридор. Эта бабушка сидела на деревянной деревянной подставке, ну, то есть типа табуреточки небольшой, невысокой. Она сидела и что-то делала. А Баба зашел к ней, подошел к ней, схватил скамейку, на которой она сидела. В общем, отодвинул и взял кувшин с молоком и стал пить, потому что он знал, что он точно знал, где находится молоко. То есть имеется в виду, потому что он был подлинным ситхой, и он знал, где и что. Сам просто взял это молоко, попил и пошел. Оттуда нужно идти в Келанвал, где Кришна и Баларам совершали игры, там есть одна кунда, связанная с их играми. Келанвал. Там же есть храм Кришны Баларама, очень-очень роскошный. Оттуда я бежал, я шел на Баладева Расастхали. Там полно змей. Змеи повсюду. Я останавливался на крыше, иногда в комнате. Там находится старинное божество Дауджи. Божество вышло из вод Ямуны. Однажды во сне это божество пришло к Браджаваси и сказало, что я под водами в водах Ямуны, достань меня. И этот браман все устроил, его достали, нашли там действительно божество, достали божество в Баларама в Расалиле. И сейчас поклоняются этому божеству. Там ко мне даже однажды Пуджари обратился, Баба, я вот занят, не мог бы ты пуджу совершить божеству. И я совершил.
Ночью там замечательно. На крыше, если подняться на крышу, когда ночь, луна, там же Ямуна, и очень красиво. Когда Баладжи Махарадж призвал Калинди, она не приходила. Тогда он притянул ее. Он притянул силы ее, и там какая-то осталась отметка на земле. И вот там, в том месте, Баладжи Махарадж совершал раса лилу. Это место прекрасное, оно как моя мечта, как сон. После него нужно долго идти, и вы придете в Бихарван. Там Кришна и Баларам совершали свои игры. Также там замечательные кунды, пасутся коровы. Затем нужно идти в Акшайват. Акшайват означает никогда не умирать. 3-4 места во Вриндаване, 3-4 места в Индии есть такие: в Аллахабаде, в Вриндаване, в Варанаси и даже в Калькутте. Еще Гомати Ганга. В Наймишаране. То есть 3-4 места, которые, я так понимаю, даруют благословение на вечную жизнь, на бессмертие. Затем я шел в Тапаван. Там жил один бенгальский баба. В процессе парикрамы бывало так, что совсем просад я не принимал. Бывало так, что один раз поешь. From there you will have to go and go. From Tapovan you will have to go. So if you jump actually from Tapovan you can go to so many places. The village of Gargamuni. Будет дальше деревня Гаргамуни. One Saimin, where Brahma was puzzled, that place that is called Saim. Там же находится место под названием Шей, то место, где Брахма был сбит с толку. Дальше будет Ватсарангат. Один находится во Вриндаване, он изначальный. А кто-то из Браджаваси говорит, что он там, в разных кальпах. Я так думаю, в разных кальпах. Эта лила происходила в одном месте, а в другую кальпу в другом. Как лила с Махапрабху, когда Нитянанда сломал его данду. По сей день существуют споры. Где-то произошло. Кришнадас Кавираж Госвами пишет, это было в одном месте, а Вриндавандас Такур в другом. Наша Гуру Варга примеряет это таким образом, что в одну кальпу это было в одном месте, а в другую в другом. Затем нужно пересечь реку. You'll have to go to
different places from there, because Parikrama is not complete. We'll have to go Bandirvan, you'll have to go to Bandirvan, Bandirvat, where Krishna Radharani and Krishna. Дальше будет Бандирван, место, где Радхарани Кришна переоделись в борцов и сражались. С Бандирвата нужно идти долго, 20-25 километров. И вы придете в место под названием Рая, сокровищницу Нанда Бабы. Оттуда нужно идти к Баладжи Махараджу. Там находится огромное божество Дауджи, которое... Баладжи Махарадж from there, if you take darshan and stay there night time, morning time you can go to different places. I'm jumping, someday I can explain in all in details. From there you can go to Chintaharan Mahadev in Gokul. Оттуда нужно идти в Чинтахаран, к Чинтахаран Махадеву в Гокуле. From there we can go to Chintaharan Mahadev. Yashoda Ma used to express his tension. Там мама Ишода делилась своими переживаниями с Махадевом. Она просила его: «Пожалуйста, позаботьте о моем мальчике, он такой непослушный». Она возливала воду на Махадева. Чинтахара назначает беспокойство, которое испытывала, то есть беспокойство. Мама Ишода беспокоилась, а Шивджи стирал с ее ума вот эти беспокойства. Далее будет Брахманда Гат, где Кришна ел глину. Потом вы можете пойти в храм Мадхавы Госвами Махараджа. Потом Раманагати, место, где Кришна была Рам, совершали игры. Там песчаный берег, пляж. Там же Дурваса Муни хотел встретиться с Кришной. Дурваса думал, что Кришна обычный мальчик. В конце концов, Дурваса, то есть, там живут Майявади. Это место, этим местом управляют Майявади. Казалось бы, они поклоняются божествам, но для них это идолы. Затем вы пойдете в, на самадхи Расканда. Это мусульманский царь, который достиг, обрел даршан Кришны. Как я уже рассказывал о нем. Если дальше пойдете, встретитесь с... увидите Нью-Гокул. То есть он не настоящий, но кто-то провозгласил, что там он. По пути будет деревня Чандравали, я туда не захожу. То есть, на самом деле, так дорога идет, что надо через эту деревню пройти.
То есть нужно пройти через деревню Чандравали, и там будет дальше место рождения Радхарани Равал. Там вы получите даршан. Место замечательное, там божество маленькое Радхарани, маленькое Радхарани. И дальше будет Лохаван. Там наши Кришна и Баларам сражались с Джарасандой. Кришна... Кришна и Баларам не позволяли им пересечь Ямуну, реку. Потому что Джарасанду много мусульман с собой привел. Если бы они переправились через реку, они бы создали проблемы в Бриджавасе. Дальше будет Баджанкутир Дурвасамуни, Девананда Гаудия Матх, Кешаваджа Гаудия Матх, там Матх. Затем вы переправитесь через Ямуну и придете в Мангалигат. И опять вы должны будете прийти к Бутешвар Махадеву, потому что вы начали с него. Я очень вкратце все рассказал, потому что времени достаточно не было. Ядуттама срока джасо, оно гиятэ, ванча гарбатрасу.